Камера пошла? Поехали! Здравствуйте! Вы находитесь на канале Дмитрия Трофимова, и я опять в машине, и я опять снимаю вам клевое видео. Окей, сегодня тема называется «Позволить себе быть не самым-самым». Что это значит? Это значит, что когда вы делаете какое-то дело, либо вы, может быть, общаетесь с каким-то определенным человеком, может быть, это какая-то девушка, которая для вас очень важна, и вы находитесь с ней на свидании, а может быть, это начальник, и вы обсуждаете какой-то определенный проект, и начальник вам говорит: «Михаил, ты ошибся, ты косячник». И после того, как он вам это сказал, вы приходите в свой маленький офисик и расстраиваетесь, потому что в этот момент вы говорите себе, что вы не самый-самый. А если это девушка на свидании, и вы вместо того, чтобы рассказать какую-то клевую историю, вместо этого вы вот и все. И пошли в туалет после этого, потому что вам было очень неловко. И вы уже в туалете смотрите в зеркало, и вам очень грустно, и вы бьете себя по щекам, потому что, боже, что я несу, зачем я ей ничего не сказал, я же не самый-самый. Вы расстраиваетесь, когда у вас что-то не получается. И не просто расстраиваетесь, это нормально, когда вы расстраиваетесь и потом начинаете делать дальше какие-то дела. Ненормально, когда вы атакуете сами себя и говорите себе, что вы не самый-самый, что вы лажанули, что вы неудачник, что вы слабак, что вы не способны учиться, либо не способны справиться с ситуацией, что вы какой-то не такой. Эти мысли, они атакуют вас, и самое главное, что вы считаете, что это ваши мысли. Вы соглашаетесь с этим. Вы закрепляете это, а потом, когда возникает такая же ситуация, либо может возникнуть такая же ситуация, вы всячески эту ситуацию начинаете обходить, вы пытаетесь спрятаться от этой ситуации. Почему? Потому что вы уже себе подтвердили, что вы не самый-самый и больше не хотите подтверждать это. Вы стремитесь к идеальности, вы стремитесь быть лучшим. Но это ошибка, потому что когда вы стремитесь постоянно к идеальности и быть лучшим, вы в любом случае ошибетесь. И когда вы ошибетесь, вы упадете очень больно. Вам будет очень неприятно и тяжело. И поэтому сегодня я вам дам офигенскую, крутую, рациональную мысль, наработку и технику. И вы будете ее включать тогда, когда вас атакует это состояние, что я не самый-самый. А мама же говорила, что я пампуська. Первый шаг техники. Разрешите себе быть не самым-самым. Просто разрешите себе сами. Никто не должен вам давать разрешение. Вы должны сами себе дать это разрешение. Быть не самым-самым. После этого второй шаг. Когда вы сделали что-то неправильно, либо допустили какую-то ошибку, остановите мыслительный процесс, который у вас включается автоматически, когда вы начинаете себя корить. Просто скажите «стоп». Это второй шаг. Третий шаг. Обозначьте эту мысль, да, которая вас атакует. Скажите: «это сейчас мой автоматический критикан у меня в голове. Это не я так думаю, это критикан меня атакует». Следующий шаг. Вы говорите себе рациональную мысль. «Я сделал все, на что способен в данный момент. И в другой раз, благодаря этому опыту, я сделаю чуть-чуть лучше». И на этом вы можете переключить внимание на что-нибудь другое. То есть следующий шаг, вы переключаете внимание на внешнее, либо, может быть, на какие-то свои дела. Просто переключите на что-нибудь внимание. И в следующий раз, когда, может быть, вы опять где-то что-то сделаете неправильно, может быть, опять что-то у вас не получится, и вы опять автоматически начнете себя критиковать и говорить, что вы не самый-самый, в этот момент вы действуете по той же самой технологии, которую я вам сейчас предоставил. И постепенно это состояние уйдет. Этот автоматический процесс уйдет. И в этот момент вы почувствуете себя намного легче. Потому что нести этот груз, быть самым-самым, он достаточно тяжелый. И у вас наступит, 100% наступит чувство облегчения. Это хорошо стремиться быть лучшим. Но загонять себя, атаковать, критиковать, в буквальном смысле слова насиловать себя, вот это неправильно. Поэтому включайте вот эту технику, и я знаю, что у вас точно все получится.
И на сегодня все. Я надеюсь, вы поняли, как работать с этой техникой. Я напоминаю, что обязательно нужно подписаться на мой канал, если вы хотите, чтобы я еще больше предоставлял клевой, классной, важной информации, которую вы можете внедрять уже сегодня, прямо сейчас. Напоминаю, что все наработки, которые я вам даю, они все дают результат. Это самое главное. Я всегда ориентируюсь на это. Напоминаю, что помимо этого нужно поставить лайк под этим видео. Может быть, написать комментарий, что вы думаете по этому поводу. И, опять же, у меня есть телеграм-канал, страница ВКонтакте и мой паблик. Заходите на огонек, посмотрите, что там тоже происходит. И пока-пока. Камера пошла. Камера пошла. Поехали. А, как бы... Вот и все. Боже, что я несу?